Пройдите мой тест, и вы узнаете, что вас ждет – богатство, финансовая независимость или серая жизнь от зарплаты до зарплаты. Поехали! Возможно, сейчас вы даже не догадываетесь, что то количество денег, которое у вас сейчас есть на счетах, в кошельке, полностью определяет то, что вы думаете о деньгах и как вы поступаете с деньгами, как вы к нему относитесь в вашей повседневной жизни. Однажды ко мне пришел молодой человек, назовем его Олег, не буду раскрывать настоящих имен. Он обратился ко мне за помощью. Он сказал, что с ним произошла ужасная ситуация. В принципе, он всегда нормально зарабатывал, у него была нормальная работа, но вот однажды он решил открыть свой собственный бизнес, для бизнеса нужен был стартовый капитал, поэтому он пошел, взял кредиты, вложил огромную сумму денег в оборудование, снял помещение, но бизнес не пошел. И он оказался просто в огромной финансовой яме. Долги, непонимание близких, ужасная ситуация, что даже есть было нечего. В общем, он пришел ко мне с просьбой помочь разобраться, что же в его голове не так. Олег правильно подумал, что дело в его мышлении. Можете подумать, что это стандартная ситуация, что бизнес провалился, но есть же люди, у которых бизнес идет легко и просто. Часто это зависит от именно нашего мышления. Поэтому Олег обратился ко мне, и мы с ним разобрали ошибки, которые он совершил. Для того, чтобы ему помочь, я составила специальный тест, чтобы мне было понятно, а какие мысли он думал, как он относится к деньгам в своей повседневной жизни, как он относился к своему бизнесу, как он совершал покупки. Все это было мне очень важно знать, потому что на основании этих специальных вопросов я поняла, что же есть в его подсознании. Впоследствии, конечно же, Олег внедрил все эти рекомендации, которые я ему дала для исправления его ошибок. И сейчас его жизнь кардинально изменилась. Да, бизнес его так и не пошел, но он получил невероятно крутую должность в иностранной компании. И сейчас зарабатывает даже больше, чем он собирался зарабатывать на собственном бизнесе. Вот так неожиданно развернулась его ситуация. И сегодня я хочу предложить вам пройти тот тест, который проходил тогда Олег чтобы выявить ваши затыки с деньгами. Но прежде чем вы пройдете тест, я хочу сделать вам подарок. Ссылка на него совсем скоро появится в правом верхнем углу экрана. Не пропустите, обязательно вам нужно скачать это руководство по привлечению больших денег. Именно рекомендации из этого руководства помогли Олегу вылезти из долговой ямы и изменить свою финансовую жизнь в корне. Ссылка сейчас появится в правом верхнем углу. Кликайте и скачивайте мое руководство. Оно совершенно бесплатное. Итак, приступаем к тесту. Он состоит из 10 вопросов, и на каждый вопрос будет 3 варианта ответов. Выберите то, что близко вам к сердцу. Отвечайте честно. Чтобы действительно проверить свои финансовые блоки, вам нужно открыться и отвечать честно то, что вы действительно делаете и думаете, а не отвечать так, как правильно. Поэтому сейчас вперед, делайте тест, и результаты узнаете в конце. Первый вопрос. Представьте, что вы пришли в магазин и потратили много денег. Что вы при этом чувствуете и думаете? Вариант А. Вы ругаете себя. Вам страшно, что денег не останется до зарплаты. Вас терзает чувство вины. Вы злитесь, что вам приходится расставаться с деньгами, которые вы заработали таким трудом. Вариант Б. Вы расстроены, что много потратили. Сомневаетесь, нужно ли оно вам было. Думаете, они а вернут ли обратно купленную вещь? Вариант С. Вы просто испытываете радость от совершенных покупок и никогда не сомневаетесь, правильно ли вы сделали. Вопрос 2. Представьте ситуацию, у вас украли деньги или какую-то ценную вещь. Ваша реакция. Вариант А. Вы чувствуете себя глубоко несчастным. Ну вот опять весь мир против меня. Ощущаете себя жертвой и думаете, за что? Вариант Б. Вы злитесь и хотите поквитаться с обидчиком, найти и наказать. Вор должен сидеть в тюрьме. Вариант С. Вы отпускаете ситуацию. Значит, этому человеку нужнее. И забывайте об этом. Третий вопрос. Вы узнали, что скоро на вашей работе ожидается выборочное повышение заработной платы. Вы знаете, что ваш начальник, возможно, выберет вас и повысит вам зарплату, а возможно и нет. Что вы думаете на этот счет? Вариант А. Нет, это точно обойдет меня стороной. Мой начальник меня недолюбливает. Он ни за что не повысит мне зарплату, хоть я и заслужил. Вариант Б. Возможно мне повезет, но я не уверен, что я заслуживаю этого. Вариант С. Мне точно повысит зарплату. Я в этом не сомневаюсь. Я много работаю, я душа коллектива. На мне держится весь офис, и еще начальник очень меня любит. Четвертый вопрос. Ваш сосед, троечник, недотепа, имеющий двойку за поведение, вдруг шумит под окном новеньким красным Феррари. Вы удивлены этой покупке и ваша реакция. Вариант А. Вы подумали, хм, наворовал. Козел, ненавижу его. Мир несправедлив. А я пошу и еле оплачиваю счета в конце месяца. Вариант Б. Да, везет кому-то. Он молодец. А вот я не очень удачливый человек. На роду мне написано быть обычным. От судьбы не уйдешь. Вариант С. Это знак. Все возможно. Даже если у моего соседа, который прост, как дерево, получилось, значит, у меня тоже получится. Если он смог, то и я смогу. Пятый вопрос. Ваша бывшая коллега уволилась с работы, открыла свой онлайн-бизнес и уехала на Бали жить у моря. Ваши мысли о ней. Вариант А. С ней все ясно. Муж богатый, можно и не работать. Честным трудом девушка не способна заработать на такую жизнь. Вариант Б. Она молодец, но я так не смогу. Буду продолжать работать в офисе. Ей повезло, она умнее, красивее и моложе меня. Вариант С. Круто, я тоже так хочу. Позвоню-ка я ей, спрошу, что она делала, и постараюсь с ней подружиться, потому что хочу стать как она. Шестой вопрос. В магазине вы видите вещь, которую очень сильно хочется купить, но на нее нет денег. Что вы испытываете при этом? Вариант А. За такое просить такие огромные деньги? Ну нет. Кто это покупает за такую цену? Продавцы наживаются на простых людях. Вариант Б. Классно, наверное, иметь такие вещи. Очень хочется, но это не для меня пока. Вариант С. Надо придумать, как сделать так, чтобы себе это позволить. Пойду примерю. Седьмой вопрос. Выберите фразы, которые вы чаще всего используете, говоря про деньги. Вариант А. Цены растут. Все дорого. Работы нет. Люди беднеют. В стране кризис. Вариант Б. Жизнь – борьба. За все нужно платить. В жизни ничего не бывает просто так. Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Вариант С. Все, что не делается, все к лучшему. С каждым днем я богатею. Я верю, что скоро стану богатым. Восьмой вопрос. Что вы чувствуете и какие эмоции испытываете, когда берете кредит или когда у вас есть кредиты в наличии? Вариант А. Я ненавижу кредиты, я чувствую себя отвратительно, но это единственная возможность что-то купить для себя. Вариант Б. Кредиты беру, но из-за этого приходится экономить. Вариант С. Кредиты это классная возможность что-то быстро купить, и я обычно легко их отдаю. Девятый вопрос. Представьте ситуацию, что вам необходимо купить новую пару обуви. Она вам очень нужна сейчас. Как вы поступите? Вариант А. Я подожду распродажу. В сезон все продается с бешеной накруткой. Или поищу магазин уцененных товаров. Не хочу переплачивать. Вариант Б. Куплю пару подешевле, но обязательно хорошего качества. На таких вещах не экономят. Вариант С. Ура, шопинг! Выберу себе самую красивую пару и непременно ее куплю. Десятый вопрос. Как вы относитесь к питанию в кафе и ресторанах? Вариант А. Я питаюсь только дома. Я не вижу смысла в том, что люди ходят в рестораны. Зачем переплачивать за то, на чем можешь сэкономить? Вариант Б. Питаюсь я дома. Но если есть какой-то праздник, то мы можем пойти в ресторан. Но, как правило, это всегда событие для меня. Вариант С. Я питаюсь, где хочу. Люблю есть и дома, и в ресторанах. И рестораны и кафе для меня это обыденность и повседневность. А теперь пришла пора посчитать результаты теста. За каждый ответ А вы получаете 10 очков. За каждый ответ Б вы получаете 20 очков. И за каждый ответ С вам достается целых 30 очков. А теперь посчитайте свои ответы. Сколько у вас получилось? Итак, если вы набрали от 240 до 300 баллов, то я вас поздравляю. Вы никогда не уйдете в финансовую яму вы абсолютно правильно относитесь к деньгам, и у вас правильно настроенное мышление. Я уверена, что у вас сейчас уже хорошая зарплата, и вам необходимо совсем чуть-чуть, чтобы привлечь к себе большие деньги. Возможно, вам будет достаточно одной визуализации или аффирмации, какой именно, скажу буквально через одну минутку. Если вы набрали от 170 до 230 очков, то вы на правильном пути. Вам нужно продолжать работать над своим мышлением. Сейчас у вас не все в порядке, но тенденция неплохая. То есть я сомневаюсь, что у вас есть сильные долги. Скорее всего, у вас какая-то стабильная ситуация с деньгами, что деньги, в принципе, их маловато, но они есть. И вы, в принципе, нормальный обычный человек, как их большинство. И вы пришли в правильное место, потому что через минутку я расскажу вам, как вам исправить это мышление. А если вы набрали от 100 до 160 очков, то вам очень сильно надо стараться, чтобы сейчас все изменить. В первую очередь, конечно, вам нужно кардинально изменить все свое отношение к деньгам, убрать блоки. Давайте так, все, кто сейчас получил результаты, в любом случае, особенно рекомендую тем, кто получил самое меньшее количество баллов. Я приглашаю вас на свою дружескую встречу, где я буду рассказывать действенные методики по привлечению денег. Я покажу, какие негативные установки приводят к долгам, какие мысли приводят к тому, что вам не повышают зарплату, хотя вы этого достойны, а почему вы пашете, но не получаете правильного вознаграждения, почему вас то и дело увольняют с работы или почему не идет бизнес? Я расскажу, почему все плохо и покажу, как сделать так, чтобы все изменилось. Я дам вам методики для привлечения денег. Это дружеская встреча, на нее не нужно ехать, она пройдет онлайн и она абсолютно бесплатная. На нее зарегистрироваться вам нужно прямо сейчас, в описании к этому видео. Встреча пройдет в ближайшие дни, поэтому поторопитесь занять место, чтобы успеть на этот мастер-класс. Я жду вас, ссылка в описании. Подождите, расскажите еще про свои результаты. Напишите в комментариях, что у вас получилось и что у вас реально сейчас есть в жизни. Мне интересно, насколько этот тест помог раскрыть ваши негативные установки, насколько он действительно соответствует вашей реальной ситуации с деньгами. Пишите, ваше мнение мне очень важно. И, конечно, не забывайте подписываться на мой канал, особенно если вы здесь впервые. Здесь я рассказываю про то, как исполнять желания, как материализовывать свои намерения, как сделать так, чтобы мечты сбывались. Подписывайтесь прямо сейчас и нажимайте на колокольчик. Колокольчик позволит вам получать оповещения о моих новых видео и не пропускать ни одного.